Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Скифию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не сначала, то рекомендую перейти к первой серии, всегда лучше смотреть по порядку. Ссылка на нее есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо вам за поддержку. На этом вступительное слово закончено, приятного вам продолжения. Продолжение просмотра. Так, ну я бы сейчас попробовал в темный век скорее, а потом уже в героический. Больше торговых путей, там можно будет купить, значит. Так, отправляю в Мекку. Убираю еду. Тут я коммерческий район поставлю, а здесь научный. Рейн, я союз предложил. Привет, как Зитка? Привет. Мне осталось 12 найти. Ну чё, может алмазы? Ну хотя я хочу им еще исследовать этим. Так, давайте сюда встанем. Так, давайте, наверное, пойдем вообще в химию. Хотя надо сначала стандартизацию. Верфи мне не нужны. Сейчас посмотрим, как химия конкретно. Но мне бы индустриализацию открыть. У меня нету ни одного промышленного района. С другой стороны. Две гавани, вряд ли. Лесопилку, кстати, можно. Что, еще до света античности ни одного не построил? Так, две гавани. Чудо света. Еще я могу... Откуда у меня бегает? Иссыкс, Алоха... Откуда у меня еще могут бегать караваны корабу? Вот из Пузырыка, я не понимаю, почему из Пузырыка до Мекки дотягивается, вот, в упор не пойму. Давайте, конечно, куплю его. Отправлю отсюда, но это какое-то странное. Так. Я там промышленная зона, 7 жителей. Следующим ходом, тогда тут отложим просто. Следующим ходом начну промышленную зону строить. Здесь рынок завершен, кампус. А, я еще один, кстати, могу купить. Так, тут центр коммерции. И пойдем обрабатывать черепах потом. Ведук. Ну давайте, кстати. Тут будет акведук, тут промышленная зона. Нормально. И здесь я промышленную зону сейчас поставлю.
Ну, научных зданий больше всего у меня, я смотрю. Но они не отстают по науке за счет... Ух, тут вообще у голландца еще больше прям стало. Так, промышленная зона. О, что это, клетка не к Кулебе относится? Странно. Плюс 5, отлично. Отличная промышленная зона. Так, здесь тут треугольничек из ферм делаем. Ну стой, рабочий. Стой, подожди. Так. Надо в города, чтобы росли. Не хватает жилья в Иссыке. Давайте тогда Виктора в Иссык. Да, я понимаю, что тут рядом с правительственной площадью, но пока я тут не буду ничего строить, а этот... А шахта нужна, производство нужно. Так, из пузырыка Канди хочет... Нет, нет, в мепку. Кстати, что там за задание у городов? Валетта хочет военный лагерь. Нет, проложить торговый путь. Нет, проложить торговый путь. О, Атом уже перекупил у меня поленки. Но, в принципе, мне не надо его быть... То есть, расти города мне некуда. Мне достаточно 6 жителей там. Мало, мало строителей, надо больше строителей, я думаю. Да везде поставить. Может их просто покупать, поставить карточку на плюс 2 и покупать вон в Майкопе. Надо, мне все клетки надо обработать. Так, наука. Промышленная зона тут строится. Блин, в Мирове уменьшается население. Ну тут нету еды где взять. К сожалению. Там где-то лагерь просто варваров, куда этот бежит. Парень. Я сюда иду, чтобы вот эту построить штуку. Покровка не растет, поэтому я пошел. Тут вот тоже фермы надо поставить. Или что тут у нас, красители? Ну, красители тоже надо обработать, блин. Так, а что у нас тут с кампусом? Где у нас тут кампус красивый? Ну, только... А, вот тут получается только плюс 3 кампус ставится. Ой. Да, давайте здесь треугольничком сделаю фермы. Тут ничего. Да, тут, конечно, хрен пройдешь. О. А тут Китай с Голландией рядышком. Привет, Леша. Здорово, так я смотрю, вы тут с мистером Дита. Вы-то как раз рядышком. Ну да. Не, давайте строителей лучше делать, а торговцев я куплю. Ща, подожди, не успеваю. А, я янтарем, по-моему, с кем-то торгую уже. Да, у меня янтарь есть. Печально.
Не, у меня реально какие-то глюки отображения. У меня написано меха 3 штуки, хотя я только одну обрабатываю. И кофе 2 штуки, хотя ни одной не обрабатываю. Так, давайте благовоние на сахар поменяем. Люкс предложение. Лесопилку я нигде не построю, да? Просто надо на рост все переключать. Линию предложения. Блин, надо какой-то быстрый юнит отправить к Челинию города, его открыть, блин, 95. Вообще уже 101 вход. И второй. Пищик он даст очки эпохи, кстати. Дают юниты, которые ресурсы в первый раз используют какие-то. Понимаешь? О, как гырка. Так, ну мне осталось одного только встретить кого-то. Понятно. Угадай кого. Не знаю, кого. Меня. Ты где, признавайся? Выходи, подлый трус. От тебя прячусь. Ну ты там рядом с кем хотя бы расскажи. Хотя мне рядом сейчас... с Челинью. Да, странно. Я тоже рядом с Челинью. О, вон где рабочий ходит. О! Университеты дают плюс 2 науки. Фига себе мне. А как это он... Ран не даст, да, получается. Подфартило, так. Что-то я не понял. Таран требует ресурсы? Да не. Нет, я тут не хочу акведук строить. Водяная мельница тоже бессмысленна в этом городе. Блин, я бы тут ферму еще строил, я бы вырубил этот лес. Еще строил бы фермы. Мне-то лесопилку надо сделать, блин. Весь лес, вот тут надо, нужна лесопилка, получается. О, а вот я и всех встретил. Блин, и выхожу теперь в нормальный век. Пришел к тебе приехать. Ты первым всех встретил? Наверное, не знаю. А там за это бомбы? Да, вы стали первой страной, которая повстречала другие народы, да. Люк, сделка. Блин, мне не хватит очков. Ага. Авис, а чё ты бегаешь тут апостолом, а реликвию не распространяешь? Так, я бегу. Я один город пропустил.
Так, ну по науке я пока только сравнялся с голландцем, благодаря этому ученому. Как он мне... То есть кто-то, видимо, использовал проект и забрал зачем-то вот того ученого. А кто он, да, по науке лидер? Я, Голландия, Рим. Ну и Китай, наверное, тоже. Чё? Ну вообще больше всех науки у Голландии. Сколько там? 157. А, ну... Ну да, это не сильно много. Терпимо. Да, пока жить можно. А она там далеко с тобой? Ты завоюешь Голландию, Рош? Не, я далеко... Ну, как бы, да, далеко. Там Китай вот в соседях, вот они реально там оказываются рядышком. Голландии не потяну. Держать, я может, тоже получится. Хочу вот. О, сразу. Если кто-то согласится помочь, я с радостью. Отлично. А что началось-то? Блин, или здесь? У тебя очень красивая территория. Купить эту клетку и там поставить эту башню Кахоки. Да у тебя тоже. Они классные штуки, они дают это вот счастье, то есть это прям супер. Дамба. У меня тут вообще большой бассейн так стоит, по-моему. Нафига мне еще Челини, тут дамба? Ты сделку принимал вторую? Запретный нет. Кстати, а Темпломайор-то нормально здесь должно зайти на озерах? Кто у меня тут? Канди кто-то... Блин! Вот Канди меня сейчас перекупили не очень в тему. Люкс. Что, у Люкса религия какая-то, что он туда... Семь городов, семь. Ну да, у Финикии. Да, религия как-то не особо тут распространяется. Семь городов, семь, шесть. Это потому что бегать надо по планете. Может уже свининку. С другой стороны, у меня, по-моему, вообще счастье во всех городах не меря. Вот везде 4 довольства. Чем мне спешить? Может, везде на рост поставим? А тут 6. Тут как раз не надо на рост. Даже с Виктором нехватка жилья. Блин, мне на самом деле еще бы расселяться. Да блин, рабочий, ты надоел. А, все равно могу построить. А, это Канди, а не Кахоки. Да, все-таки большой барьер на риф, да, не Канди считается как... Нет, риф. Все правильно, Кахоки. Кахоки мне позволяет, это меня Кахоки не перекупили. Ну, не то слово. Что большой барьер на риф не позволяет? Вот видишь город Думьяд, да? Вот. Ну. Типа, вот где овцы, там мог бы быть кампус на плюс 5, если бы риф бы считался бы рифом. А, ну да. Я, наверное, использую тут на свиней. Так, мокшу посадим. Че, Леша, решил? Свинки понравишься забрать с собой, да? Да, да.
Солоху или в Костромскую. Давайте в Солоху, наверное. Да, в нормальный век. Не очень. Блин, Голландия там, конечно. Ну, в общем-то, всех мы встретили. И, как видим, Голландия, Рим. Еще у Рима и культуры дофига. А, вот где Рим-то. Я же говорил, что сверху. О. Варвары интересно нашлись. Ну, давайте в Канди. Верну обратно союзничество. Ну что, может, лесопилку все-таки здесь? Массовое производство открыли. Здесь леса... Нет, тут надо вырубать. Дворец Потала тоже хорошая штука. Давайте построим. Это тоже... Это дает карточку политическую. Так, пошли рабочего где-то тут вторым юнитом тогда пытаться поймать. Он задолбал. В Покровку. Не, давайте, откуда у нас не бегает еще? Из Майкопа, из Костромской. Золотой век. Да, я в нормальный вышел. Это, конечно, очень нехорошо. Эх. Сейчас у меня поменьше станет. Алёш, а с Кахоки это у тебя такая вот дорога, да, ты торгуешь, типа? Да. Слушай, а чисто гипотетически, если где-нибудь под ней, вот там на Ристе, какой-нибудь город появится мой, так, для торговли? Я против. Сколько городов, кстати, у Рима? А почему? Ну, не знаю. Больше тебе негде селиться, да? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 городов. Не, я понял. Мне надо, кстати, тоже ставить, наверное, города. Я думаю. Так что давайте мы в Покровке поселенцев построим. То есть я сам могу вот здесь город поставить еще. Блин, нормальный век. А остальные как? Героический у инков, героический у... Подожди, это золотой? Нет, золотые. Все остальные либо в темные. Ну вот в темные тоже молодцы. А мы в нормальном. Так. Пошли индустриализацию. И потом прямиком в химию. Что мне надо? Мушкет не сможем. Три мастерских попробуем. Открываем просвещение. В просвещение мы и так идем. Два банка, пригороды, мушкетеры и союз второго уровня.
Блин, надо... Я уже сколько раз сказал, что надо открыть территорию араба. Но не делаю этого. Перловка. Да, я за перловку. Не знаю. Что тут... реально у всех много сахара, по-моему, да? У меня нет сахара. Я этого, как он называется? Я за черепашек. Не знаю. Черепахи или янтарь? Давайте я... за янтарь. Черепахи. Кстати, надо еще там последить черепахи. По поводу дипломатической победы. Сейчас сколько у кого очков будет? Мочить. Пока 2 из 20. Это вроде максимум. Нет явного лидера по религии, зачем кого-то мочить? Не знаю. Не усиливать же экзамен. Блин, мне кажется, надо театралки ставить уже. Но мне для этого надо города сначала вот вырастить. Есть классная религия под названием «Уизм». Что там классного, кроме названия? Ну, кроме названия ничего, да. Вообще прикольно. Я был бы не против. Нормально театралка, наверное, встанет. Какие вообще чудеса построил? Ну, пирамиды, оракул. А вот вижу то, что оракул... голландцы вот тут. Оба сексист должен прийти вот через после прихода. Ну, да не, он еще должен прийти. Отличное будет. Или вот здесь. Кстати, когда конгресс заканчивается, предыдущие перестают, да, работать? Да. Спасибо. Странно, черепахи прошли. Ортодоксы выиграли. Так, банк мгновенно да, строит. Православный, так сказать. Кто меня знает? Это, кстати, тоже хороший. Хороший. Великий ученый и дает две ячейки шедевров сразу. Так, здесь вырубаем. Я райончик хочу. Угу. Люди начали появляться на моем политическом виде. Тогда тут визе. Промышленную ставим. В смысле, начали. А, блин. Ты последний был у меня. А, тут плюс 3, блин. С другой стороны, если я тут акведук поставлю, тут тоже будет плюс 3 промышленной зоны. Так что давайте я все-таки сюда поставлю. Мне там еще обещали показать Великую Голландию, которая нам должна быть теперь существенно больше. Если она не получала ее, как я, через Золотой век и бонусов. Говори. 160 у Голландии. Ну вот. Я ее еще просто. Мечтаю познакомиться. Кстати, тут театралочка тоже нормально встанет. Прогуляться так. По улице красных фонарей. Давайте поставим, что тут театралку. Не уверен, что так знакомства работают. И тут. Моего скаут вообще в Гагу пришел уже. Перловские права отстаивает. Смотри, чтоб он там по трибуналам не остался. Ладно, вот Кахокия мне самое классное. Это вот эти... Блин, башни, как я надо не вижу везде поставить. Коней, которые меня задолб... В трех городах пока стоит. То есть в Майкопе надо, например, вот
не знаю, на этой тундре, кстати, вполне на этой тундре встанет. Ай. Фарусский маяк. Челиня, твой ураган ко мне прилетел. Он рабочий. Пытаемся словить его. Так, тут все обработано. А у тебя что, голодец Гагат в такой закрытой, получается, коробочке из города? Да. Тебе надо шахты тут делать. Тут вырубаем. Тут вырубаем, ставим коммерческий район. Здесь у нас равнины, да? А уже всех? Все-всех? А, ну нет. Все-всех не могли найти. Если я не всех нашел. Торможу. Мне осталось только атома найти. Это я. А где ты? А, я здесь. Он там. Иди на звук моего голоса. Если серьезно, давайте, то наверное... не знаю. По отношению... А, блин, у меня еще не открыто. К кому? По отношению к Лёше... Давайте торговую республику откроем, что-то я про неё совсем забыл. Я слева. Не очень далеко. Блин, вот у Рима культуры валит. Понял. Реально, то есть он уже и театралки там построил. У него... Ну, с другой стороны, у него и должно быть много культуры за способность Рима. Я сейчас почитаю в следующий ход, но сейчас уже не успел. Подозрительный договор. Тут уже в промышленную. Ничего, да, трое даже вышли. Я просто редко предупреждаю. Зато по культуре все как-то ровненько. Блин, мне вообще надо было дипломатическую службу поменять. Ага, везде. Сегодня. Подождите, а просвещение, что. Утра, вероломно, да, подзабил. Без объявления договора. Да нет. Без объявления войны я. Ну, типа того. Вот это по мне прошлось. Блин, может пересадить Магнуса уже в ту же Солоху. Тут как бы и так дофига жилья и довольства. А в Солохе есть что вырубать. Давайте так и сделаем. А Мокшу даже не в столицу, там, опять же, повторюсь, дофига. Давайте в Миров. Хотя тут еды не хватает. Так, а к кому эта клетка относится? К Куль-Обе? Давайте ускорим. Голландия, продвинемся? Дворец Потала. Да, почему нет? О, Дилдона. Дилдона. Я бы обиделся на месте Дилдона. Типа последняя нация, наверное, все уже тут друг друга знают. Я троих не встретил, если что. Я пытался найти... Ну ладно, но я же не напрямую сказал, как ее зовут, я типа так... Не, я про то, как ты ее назвал. Она все-таки Дидона, а не Дилдона. Ну это у меня просто речевая дефект. Речевой дефект, когда любые слова превращаешь в ругательные, да? Вот этот знаменитый. Да.
Тюремный дефект. Ну, недаром у тебя ж ник Членинью. Ну, ответочка уж надо было, извините. Опа, почему я тут не могу? Что за сегодня за вечер панчлайнов? То есть да-да-да, на... шутечки за 200, 300 и 400. Нельзя построить рядом с другими курганами, так и я и не собирался. Не, серьезно, почему 0, 5, вот этот 0, 3, рабочий... 0,7 литров. Сейчас какой-нибудь рабочий вниз пойдет. Все-таки какой-то диссонанс, да, если как бы есть членение, то почему он играет не за Гилдону? Ладно. Так, где тут было два арбалета, и уже так не это, надо, я уже открыл, походу. Посмотришь, что договор. Да, договор. О, наконец-то споймал рабочего. Ей. Зачем тебе? Зачем мне через тебя ходить? Нет, так, почему здесь нельзя курган строить? Ты уже как хочешь. А, ну не знаю, а там может заодно чем-то торгуем, а так это прикольно. Ну тогда давайте, может, тут хотя бы. Ну и торговать. 105. О, здесь можно. Прикольно. Я уже смотрел, что у тебя нет ничего прикольного. Ну так у меня есть территория, через которую я хочу пойти. Я могу ее и оплыть, если ты такой вред. Да ладно, не вред. Ну ты же отказался. Ну, попробуй. Слушайте, а храм Артемиды... Я вообще ничего... А, в смысле, я типа посмотрел, если я не успел нажать, нет, то оно... Храм Артемиды кто-то построил таки. Ну, я не знаю, мне написал, что ты отказался. Я думал отказаться просто на самом деле. Направь еще раз пойму. Я бы тут производство сделал. В этом городе нету производства вообще. Так, Темпломайор кто-то построил. Да, это хорошее, кстати, чудо было. Для этой карты. Тут нет, да, возможности вот это расшарить дипломатическую видимость того, как бы... Военный союз второго уровня расшаривает всю видимость. И это единственное, да, возможно? Да. Давайте купим. Нет, еще можно быть кри. Я просто что-то помню, в пятерке вроде как там легко, видимо, шарилось отдельным договором, это мне кажется. Покупаю летучий или отряд. Картами что... обменивались. Да-да, вот обмен картами. А, нет, только при строительстве 2 дают. В пятерке обмен картами? Нет, в пятерке. В пятерке не было. Четверка, ну до пятерки. Ну если вспоминать, так вспоминаешь все. Блин, 163. Интересно было бы посмотреть на кампусы Голландии. Ну, Голландия, если у нее есть реки, то Голландия это просто улет, честно говоря. Всегда. А, блин, я пересадил Магнуса, я ж тут, блин, поселенцев. Тут же не уходят жители при Магнусе, я поэтому и держал его. Пока. Ладно. А где Грузия находится? На Кавказе. Да, на Кавказе, там она... Недалеко. Около реки Лена она находится. На побережье Черного моря. А кто интересуется? Китаец. А он бог. От тебя она как бы вроде не... Блин, запретный город Рим построил. У меня была проблема с разведкой, связанной с варварами. Так, давайте вот здесь сделаем этот курган Кахоки. А в Майкопе... А, мы уже сделали в Майкопе. Блин, что-то мне не очень нравится тут мое развитие все равно.
Может тут вырубить и ферму. Ну блин, производства нету в Пазырыке тогда. Поэтому лучше уж производство делать. Так, пошли-ка домой, парень. Мы столько за тобой гонялись. Надоело за тобой бегать. Библиотека. Так, где акведук строится? Ага. Что с промышленной зоной непонятно. Ну, давайте акведук. Я купил этот летучий отряд, чтобы исследовать города Араба. Может, куда-то покруче можно будет караваны пускать. Так, я сам хочу здесь город поставить. Куда-то вот сюда, наверное, чтобы сюда можно... Или даже сюда можно будет. Сейчас я подумаю вообще. Декларацию другую. Мне зачем-то грузин декларацию. Да. То есть можно не принимать, да? Ну, на эти прими обмен. Анкорват построен. Ну, по очкам он как бы Рим шпарит. Вперед. Я на втором месте. Но у Рима что-то с наукой плоховато стало. Так, ну пока сюда поведу посла. Табак, алмазы. По-моему, я алмазами с кем-то торговал тоже. А, нет, уже нет. Ну, ладно. Смотрите, никому не нужно то, что у меня есть. Может, ты сам посмотришь, кому нужно. Ну, это как... Кстати, а вот Грузия, чуть так мало науки вообще? Что там случилось у тебя? Потому что меня... Варвары атаковали со всех возможных сторон. Я только варварами. Ну да, там горы, там разные осетины, там с разных сторон. О, уголь. Кагыр, дай мне... Два, вот, блин, не смогу здесь театрал поставить. Грузин, давай... Предложение тебе. Блин, надо лян тут прокачать, чтобы хоть какие-то... Ахалкалаки. Хоть что-то было в этом городе. Ну, еда имеет... Ой, тут извержение прошло. А, там так, предложил. Угля у меня тут, короче, дофига, я смотрю. Блин, я... Смотрите, вот тут три угля, вот прям, ага, у меня сейчас угля точно будет валить, да. Просто... Это я принял. От кого-то еще мы предложение. Да. Ух ты, мушкетеры уже. Торговля пошла. Класс. Так, давайте вот тут ферму. Успел, надо разведчика уже на автомат ставить, я не успеваю ходить всеми юнитами. Да, надо больше городов, конечно. Поэтому в Покровке я пока на поселенцев все. И при этом поставлено на рост, ну... Ну, расти тут тоже надо в Покровке, но Магнуса я вот немножко случайно пересадил. Так, а что я тут хотел рабочим сделать? А, тут я этот хотел... Кахоки, курган Кахоки вот здесь поставить.
потом там вырублю. Ух ты, кто там кого атаковал? А, ну это нормально. Это нормально. Так, фермы. Здесь курган. О, смотрите, какая клетка. Слушайте, так тут тоже тогда надо курган ставить. Нормально будет. А. Блин, тут как раз извержение уничтожило. Давайте вот тут курган поставим. Нормально будет. Что там по великим людям? Можешь летучим отрядом отойти с клетки? Что-то там у Финикии армия такая приличная. Слушайте, это убило... Мне извержение убило этого рабочего, за которым я бегал столько времени. Приличная армия? Да, сплошные пираты, мародеры. Давайте вот здесь я курган поставлю еще. Так, ну тут валить надо. Чтобы меня... Мушкетеры. Ворует, будь убивает. Здоров. Будь здоров. О, что тут за чудо? А, этот. Пи-пи-пи-питахи какой-то там. Сладинский. Так, пройдемся по городам. Тут все еще на рост стоит. Блин, я не знаю, что с Мировым делать, чтобы он не умер. Давайте, может, не знаю, дадим вот эту клетку хотя бы. Да, хреново города растут. Что делать с жильё, а не жильём с едой? Грабят. Вот я и строюсь. Верхнюю перловку или нижнюю? Верхнюю перловку. О, смотри, тут нефрит. Нижняя перловка отбилась. Ну что, вести сюда город ставить ради нефрита только? Тем более, что у меня с довольством просто все... А набережные перловки уже есть? Зашибись. Набережные... Сейчас посмотрю, подожди. Ну там только один сахар, ну, в принципе можно, да. Араб, дружба, союз. Грузия, у тебя чуть-чуть погуляй арбалетом, просто города еще найду, а то у меня уже в этот город торгуют все, кто не лень. Хочу еще. Okay. Ты, в принципе, и тем городом тоже мог купить. Не, эту клетку все-таки по зырыку передам. Не, я уже предлагаю культурный. Рим, не дашь это? Давай культурный я тебе кину. Так, тут уголь. Сначала придется. Ай.
Блин, а рабочие закончились. Давайте торговца можно купить. Так, из Костромской. Ладно. Поддержим пока. Индустриализацию открыли, фабрики надо строить. Я бы даже их покупал скорее. Что там по великим людям? Этого рабочего торговца я бы взял. Но опять же, у меня со счастьем все зашибись. Мне бы театралки. У меня нехватка жилья, нехватка жителей. У меня города плохо растут, нехватка еды. Я даже не знаю, как мне это улучшить дело. По науке, наверное, к Риму отправим. Ну, вообще, сначала деньги будем воровать. Так, я тут хотел купить рабочего. Ух ты, 300. Тут пока стоим и ждем. Можно убирать. Наконец-то. Вероятность театралки. Так, ого, ого. Ладно, напугал, признаю. Чё происходит? Да, ничего не происходит, я на него посмотрел. Как они называются? Производство, производство. Науку, господи. На науку посмотрел. Мне стало дурно, я перестал на нее смотреть. В общем, как так это и работает. Тут карта большая, типа, не знаю. О. Не особо страшно. Колизей. Так, а сколько городов у араба? Нет, не особо страшно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Что-то у всех дофига городов, только я отстаю. 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть мне надо еще города ставить. С другой стороны, не особо есть куда их ставить. Ну вот, смотрите. Видите, 4 производства здесь. То есть бонус работает. Строители постоянно в Майкопе строят, потому что тут лян дает. Но мне бы лян прокачать на аквакультуру и вот эти клетки обрабы. С другой стороны, все равно ты немного еды даст. Но мне Майкоп надо, чтобы рос хоть куда-то. Может ли Голландия, Китай и Финикия выйти в героический век? Чё, Лёша, с варварами разбираешься? Ну, как и все. Так, торговая республика. Кто не любит милых маленьких варваров? Торговые пути к союзнику. Производство шпионом. И, наверное, новые строители плюс 2 вот так пока поставлю. Может, мне убрать? Хотя... Чего я содержать? Сколько там у меня юниты тратят? 12 всего лишь. Ага, так кто-то кругосветку совершил уже до меня еще. Да почему корабль не это? Кто бы это мог быть?
понял. Почему корабль невозможно отправить? Может, то Мирова всех встретил? Да не, не факт. Я тоже уже давным-давно всех встретил. Но это ж не говорит о том, что я давным-давно кругосвет. А Лёша по-любому, потому что всегда везде бегает с скаут. Да, и они у него бегают на автомате, и он бы даже не заметил. Да-да-да, все, Лёша. Так сильно видит то, что его скаутов никто не убивает. А чьих скаутов убивают? Твоих не убивают, моих всех поубивали. Да. Грусть, тоска. И мертвый скаут. Так, просвещение теперь. Не, вот один бегает по Голландии, старается найти все города и все. А кто может следующим тоже ходом сказать, где научные ГГшки есть? Да нету их, наврали. За 100 голды расскажу. По-божески. Кто расскажет за меньше? Кто за 95 расскажет? Это вот это русское ведение бизнеса, типа, кто расскажет поменьше. Нужно наоборот, типа, чтобы все держали вот определенную планку, чтобы так ниже определенной никто не сливал информацию. Кто за сотку расскажет? Это я вспомнил, у Лёши в каком-то там было аукцион. В каком-то из проходной, из ФФАшек на канале. Нужно наоборот повышать. А там было понижение. Например, расскажу, где 2 за 300. Ну, Челине, твой вариант может привести потом к картельному сговору. Как, например, с теми же телевизорами было, я помню. Производители телевизоров договорились втихаря, что никто ниже цены не будет ставить. И в чем выгода потребителя тогда в этом? Да, а потом их штрафанут. А потом случится социалистическая революция. Не, ну одно дело, типа, понижать, когда действительно там, ну, на какие-нибудь продукты, типа там хлеб, лекарства, типа такие социальные, ну, продукты, которые действительно необходимы. А вот на какие-нибудь предметы роскоши, типа, вот это понижать, типа, ой, кто дешевле продаст, типа, ну. И типа на научной ГГшке это типа все должны иметь. Нет, смотри, да. Объясняю, тогда появляется картельный сговор, даже новым продуктам будет сложно выйти на рынок, то есть будут появляться какие-нибудь, знаешь, какой-нибудь чувак будет думать, вот, смотри, ну, я пока телевизоры беру для примера, вот они договорились, что ниже 100 не будут делать цену. Какой-нибудь чувак появляется, думает, а, интересно, а я могу делать телевизоры дешевле и продавать их дешевле, я как сейчас ломанусь на рынок, как я тут все завоюю. Ну, телевизор это все-таки, ну, как бы такой... Какая разница, что? Это вопрос конкуренции. Кто будет решать, вот это первой необходимости, вот это интернет это первой необходимости или нет вещь, например? Ну, первой. А кто-то с тобой не согласится. Да. Нафига нам нужен ваш интернет? Ух ты, четверочка. А если... Ну, блин, здесь я бы театралку поставил. Блин, так прикольно это. Поставил китайскую стену на одной. А, давайте универ забыл строить. Забыл ее достроить. Так башенка стоит, охраняет телефон. Из Солохи у меня бегает? Бегает. Из Иссыка бегает. Из Майкопа бегает. Из Кулёва да, бегает. Кто еще все чудеса какие-то, блин, приворовывает, да приворовывает? Что-то... Это, кстати, не я. Это В смысле, Челиня построил Колизей и на кого-то гонит там? Что это за... Колизей — это товар первой необходимости. Появляются ли исторические места для археологов, если драк не было? Появляются все равно. Так драки были. Ну, с варварами у тебя же были, как минимум, ну, столкновения. Мы все время с варварами всю игру воруем, воюем.
Бывал такое. Ну, то есть, да. Если с варварами... Блин, сейчас вообще конкретно в темный век. Но у меня как-то сваливаешь. Было, что вот варваров нигде в округе не было. По-моему, когда я играл за этого македонского, у меня на моем всем континенте, по-моему, две этих самых было исторических мест этих. Блин, меня там мечника убили, да? Какой-то мисклик, да, проиграл. Кагырка, подвинь скаута своего. Ой, а у нас союз закончился. Давай продлевать. Сейчас я кнопочку найду. Ну, можно здесь прямо ставить. Если подумаем. От османа вниз такая гряда гор, которую вообще не пройти. Ну вот здесь, да? А что сразу осман? Ну я бы здесь ставил город, честно говоря. Лучше сказать. Неплохо стоит. От инка справа? Ну от инка справа, от османа вниз. Союзаем. Ну что, теперь научишь? Но я про нее и говорил, что я вдоль нее 20 ходов шел, так и не нашел, где пройти. Так, этого парня куда? Ну, видимо, сюда куда-то. Я думал, что я долго не проживу столько, так что я уйду, пожалуй, лучше сейчас. А то завтра не просто. До свидания, товарищ. А, что такое? Там кто-то свалил? Пока нет. Так, давайте мы из Костромской отправим. У меня что-то к дороге нету никакой. Так. Что за фигня? Нет, подожди. Кто-то... Чё Славяне отключился? Я срубаюсь. Чё? Чего? Подожди, а как мы играем тогда? Без него, я не понимаю. Ну, видимо, продолжаем играть без него. Что сделать? Так, а что, у него столицу захватили или что? Нет, просто нет. Решил уйти. Видимо, спать пора. А что происходит, когда он так выходит? Типа его города отдаются компу или? Да, комп играет. Ну, да. Так он просто вышел и все, сказал, что устал? Да, прикинь. Неплохо. Пометочка. То есть так. Вас рассказы про Олимпиаду не насторожили? Ну мы решили, что серьезный молодой человек. Олимпиадник. Играли-то с ним уже не один раз, я что-то до этого не помню такого. Ну, я так понял, что он имел в виду, что он рассчитывал вылететь один из первых. Видимо, он не собирался долго. Ну, тогда ему с карты. Невероятно прохладно. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Конечно, сейчас... Давай, не знаешь...